що захищати рідну землю. Щоб там хто що не говорив, ми її будемо самі захищати. За 15 минут до этого мы со школы выезжали, мы на скорую помощь привезли, мы выезжаем со школы, а они заезжают, и он такой выбегает, мне УАЗик подарю. Мы же поехали обрыху деньги снимать с банкомата, а они поехали на ТЭЦ. И мы назад едем, бабах перед глазами взрыв, ну перед нами, я говорю, вот уроды, очередями стреляют. И мы даже поворачиваем блокпост, подъезжаем, из пара выезжаем, они лежат. Звонят через пару часов, говорят, не место высоты, все, пипец, наш оборвал. Вроде не свадьба, а війна все-таки. Ну, як кожна людина привикає до всього. От, до всього ми теж вже привикли, нам не фарбує. Немець, у нього такі глаза вічно, знаєш, такі добре-добре, такий, як, ну, як, не ж трохи, вроде би, як і не від міра сього такого. Человек его, это контраст был, он с этим пулеметом, это вот черное и белое, то есть вот его глаза и пулемет, это... Настолько вот искренне, знаешь, настолько искренне человек радовался жизни, то есть какой-нибудь там мелочи, какой-то подарок, то есть там подрыв майку ему там, айда, все, он же там ход, и майка, айда, все там. Я когда приехал, знаешь, тогда обнял так, знаешь, ну, по-мужски, знаешь, так, так чуть не плачет, знаешь, ну, товарищ, командир, как я за вами скучаю, знаешь, так вот. Что людей тоже батько потеряли на Хрещеватому, жалко, вони героїчно загинули, що захищаючи свою рідну маленьку Україну, хто б там що не говорив, от, як би нас там не обзивали, ми будемо все-таки захищати, боронити свою державу. Лучше ворога зупинити тут на місці, чим його зупиняти десь далі в наших.